Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dragon's Dogma. Мы находимся в Гранд Сорене, в предыдущей серии мы сюда с превеликим трудом добрались, но тут у нас есть новая работенка, нам нужно доказать виновность или невиновность одного местного торговца, благородного господина. Он во многих грехах обвиняется, вплоть до связи с спасением, с местной сектой, как мы знаем, которая, не сказать, что очень уж в хороших делах себя зарекомендовала. То есть там и некромантия, и некромантия, и некромантия. Чего только нет. Так, и нам нужно каким-то образом поговорить с людьми и что-то как-то понять, что-то сделать. Так, давайте по карте посмотрим. Во-первых, вот в этом доме справа нам можно с кем-то поговорить, чтобы выяснить что-то. Я верю в невиновность моего отца. Пожалуйста, помоги ему. Эти дебилы, говорит, меня держат как обычного заключенного. Домашний арест, в общем, у него. Безумие! Ты же вроде нормальный. Пожалуйста, говорит, помоги мне реабилитироваться. Я тебе буду обязан. Я тебе, говорит, буду все со скидкой продавать до конца своих дней. Положи конец этому фарсу. Пожалуйста. Так, ну что, давайте посмотрим. Рабелла что-то хотела сказать, но передумала. Давайте осмотримся у него дома. Его обвиняют в контрабанде, в связи с фанатиками, в шантаже. Так, что-то уже нашли, хорошо. Я думаю, в таком инвентаре мы не сможем это найти. Список подарков от богатого покровителя. Хорошо. Все это причем нужно сделать 4 дня. Так, дверь закрыта. А жаль. Хорошо, тут похоже все. Как видите, тут больше никаких нету значков. Так, дальше, куда теперь идем? Либо обратно в замок, либо в церковь. Либо наружу куда-то, да? Ну, пойдемте пока в церковь, а там уже посмотрим. Не знаю, виновен он, нет. Интересно. Так, что вы скажете, падре? Какая жалость, говорит. Очень с хорошей стороны его рекомендуют. Он не тот человек, который искал бы выгоды в бедах других. Я, говорит, подпишу петицию за то, что он невиновен. Петиция Джоффри. Так, теперь... Либо мы идем... А, нам... Либо в катакомбы. Ну, то есть это не катакомбы, это выход наружу. Наружу выходить, честно говоря, не очень охота. Ну, давайте сходим, что остается-то нам. И посмотрим, куда это все ведет.
Хотя, в принципе, можно вот так же посмотреть. Куда это нам надо будет пилить? О, да вы издеваетесь, что ли? Тут я еще не был ни разу. Это тут бандитская крепость. Сейчас посмотрим. Возможно, давайте-ка мы сходим в замок. Да посмотрим, может, этого хватит. Я бы не хотел так далеко идти ради какой-то бумажки. Учитывая, что тут нет вообще никаких быстрых перемещений. Да, вот это серьезное расстояние нам надо будет пилить сейчас, похоже. Так, хорошо. Здесь, в общем, замки мы единственное, что можем, это сдать все наши. You are to see me for your assignment. I speak for his prey. Make your choice, sir. I would ask you to seek out evidence in the material. Так, держи это. Good. You've brought it here. There's time yet, sir. Pray. Продолжай, говорит. Так, подожди. You are to see me. Pray. Make your choice. I would ask material. Можно было поудобнее, конечно, сделать это все. Good. You've brought. There's time. Так, ну и последний. Нет, похоже, придется идти туда. Еще время есть. Так, ну что? Сейчас нам, во-первых, в тот замок неподалеку нужно будет сходить. Сейчас мы в первую очередь переночуем. Плевать на все их разборки. Говорят, что у нас 4 дня, но... Меня это не шибко волнует. Нужно отоспаться после предыдущего похода. Они нас тут торопят. И кроме того, новую пешку надо будет найти. Или сначала найти новую пешку, а потом поспать, чтобы по дороге все было по пути. Короче говоря, пошли отсюда. Кстати говоря, вполне возможно, кто-то там из подписчиков прислал что-нибудь Акакию опять. Потому что, насколько я знаю, с ним, ну, отписалось уже человек 15, которые с Акакием прошли игру. Так что Акакий у нас уже бывалый пацанчик. Так, нам бы желательно еще одну магичку. Потому что Арабелла, конечно, хороша, но уже начинает устаревать. Давайте посмотрим, что нам тут могут предложить. Так, если сейчас кто-нибудь не увидит интересный, это Арабелла моя. Короче говоря, давайте вызывать просто. Поиск. По уровню. Ну, 39-й, как у меня, допустим. Маг и сорсерер. Так, хорошо. Почему все такие дешевые, то есть бесплатные? Давайте всех вызовем. Так, вон идут. А нет, тут прежние ушли. Вот наши идут. Ты что умеешь? У тебя неплохие рейтинги.
Сопротивление огню хорошее. Но она зачаровывает очень неплохо так. Неплохо одета. Так, понятно. Ты, в принципе, меня устраиваешь. Шапочки такие, конечно. Ария, может ты? У тебя рейтинга нет никакого. В принципе, она по всем параметрам похуже, чем наша предыдущая. Может, ты, пацанчик? Кейдж. Ну, кто-то тебе рейтинг испортил. С некромантией. В принципе, зачем нам два сорсерера? Давайте-ка мы лучше мага в команду еще пригласим. Пусть жжет. Так, 39 уровень. Так, все хорошо. Моргана, допустим. Лейн. Мюра. Ну и... Там сверху еще двое. Так, все, расходитесь, товарищи. Подожди, я путаю вас. Вот у Арабеллы... Арабелла у нас маг. Блин, я... Я что-то, похоже, загнался. Так, ну-ка, что умеешь, королева? Короче, ладно, давайте попробуем ее. Взял я в итоге двух магов. Хотя хотел сорсера и мага. Ну уж просто времени тратить не будем. Посмотрим, как себя зарекомендует. Может, он так и останется в нашей команде. Ну да ладно. Так, теперь поспать нужно. У нас там достаточно много очков. Так, хорошо. Все со мной. Ну да. Причем у наших героев восстановили все жизни, это отрадно. Осталось теперь мне поспать. Обычно здесь, говорит, более оживленно. Так, спик. Рест. До утра. И посмотрим, приехало ли что-нибудь. Какаки. Ты посмотри. Это ты с задания пришел с таким мундированием, что ли? Отлично. Че только не приехало. А как, ты прям Бэтмен какой-то. На тебя посмотреть так. Так, ну это все, я надеюсь, то, что на тебе было, оно сложно в этот, в сторож, то есть в хранилище. Потому что мне понравилось твое обмундирование. Может, там даже щит новый есть, я не посмотрел. Прислали, короче, подарков. Это хорошо, спасибо. Будем разбираться. В принципе, там дубина ему вроде как хорошая лежала, нет?
Сколько уже времени игре, а вот эту проблему с сервером так и не решили. Слишком долго. Это если пару раз переночевать, это 5-5 лет чисто на ожидание вот и на наблюдение вот этой надписи. Так, инвентарь. В инвентаре у нас я не думаю, что что-то есть. Все, наверное, хранилище. Пора бы уже привыкнуть, конечно. Да. Так, ланч. Сначала сложим всякий мусор. Вот это. Тоже все. И жареные гвозди сложим. Так, подожди, можешь еще. О, какие надо скинуть тоже всякие. Это бронь тяжелая. Хорошо. Теперь смотрим, что у нас тут есть вообще. Так, ну вот это, допустим. А, вон у нас два новых, да, пишите? Это все двуручное, поэтому это все, скорее всего, Акаки. И нас, судя по всему, даже мощнее, чем то, что было. Тебе, раз уж подарили. Это возьмем поп-копу. Новая рубаха. Сейчас мы как я приоденем маленько. Это у нас как дикарь какой-то. Сегодня просто день Акаки. Себя-то успеем еще приодеть. Но если что, он, я надеюсь, с нами поделится. Так, хорошо. Теперь давайте поодеваем его. Так, урон офигенный. Защита чуть получше, но вид гораздо лучше. А, то есть, погоди. Оно и то, и другое считается? А, нет, все нормально. Так, защита чуть-чуть получше, уже хорошо. Но это, это нам не нужно. И вот так вот. Хорошо. Наручи жесткие. А как и? Ты у нас просто убийца какой-то теперь. Лучше такие, по-моему. Так, ну и колечко тебе, которое дает сопротивление к молнии. Так, а теперь по старшему принципу. Просто как и у нас погибает постоянно. Все, отдаем. Теперь хоть поменьше дохнуть будет. Это уже перегруженный, конечно. Сейчас надо бы сложить все не нужно. А, я нас так перегружен, что уже ничего не могу складывать, понятно. Так, экипировка. Ну давай, допустим. Все остальное сейчас сложим. Блин, насколько тут муторно сделан инвентарь, это какой-то кошмар просто. Ну не могли что ли по-нормальному, ждем вот. В следующей части, я думаю, все будет лучше. Так. Все хорошо. Этот шлем. Блин. Просто на тренд теряешься. Ну, что, будем ходить с таким, нет? Давайте попробуем. Так, дальше Акаки. Ну, в принципе, сейчас уже все можно отсюда скидывать. Да. Все, можно дальше, даже не одеваться дальше. Хотя, погоди. А меч там? Но я его не смогу использовать, да? Да, из-за того, что он двуручный. Ладно, сейчас будем все скидывать, и, в принципе, все. Разобрались в основном. Теперь надо будет маленько покачаться. Так, депозит, поп-коп. Это все скидываем. 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 Теперь ты. Так, и теперь. Блин, а тирага, конечно. Просто пипец какой-то. Компас слэш не нужен. Перед сигил я не пользуюсь даже. Это стягивает вместе врагов, этим я тоже не пользуюсь. Это взрыв земли вокруг себя. Это тоже не особо полезная для меня штука. Здесь ничего нового. Хули энчантер продвинутый. Подольше будет работать. Понятно. Так, а есть то же самое насчет фаер и насчет айс? Frost Trends, вот отлично, не флейм. Хорошо, то, что мне нужно было. Это не то. Короче, для посоха все было.
Тут ничего не нужно. Так, тут все пока по-прежнему остается. Тоже. Это тоже. Вот здесь. А, она сама изменилась, понятно. Все хорошо. Тут остается по-прежнему. Так, а как я, честно говоря, не особо смотрел, что я прокачиваю. То есть я им качаю все, что можно. И мне, по-моему. Да, в принципе, практически все прокачано. Профишенси вот надо будет поставить. Это меньше стаймы тратится. Это удастся пригодится. Это труднее. Да. Отлично. Мы стали гораздо сильнее. Так, все, теперь нужно всякий мусор. А, подожди, а что еще скинуть-то можно? У меня потому что перегруз просто капитальный, и я не знаю, что скинуть. Здесь только надетое есть. По вещам-то что скидывать? Давайте все выкинем нафиг. Потому что мне главная подвижность. Вот это вот мне пригодится. Это мы отдадим Акакию. Нет, это мы отдадим Арабелле. Это тоже. Пусть побегает маленький с весом, а то у него вообще ничего нет. То же самое, то же самое. Маленько разгрузим персонажа, это вообще какой-то кошмар. Все равно, если я с ней прощаюсь, или если она погибает, то это все уходит обратно в хранилище. Ну, в принципе, нормально. Ой, фонарик не надо было. Так, Рабелла, верни, пожалуйста. Вот это тоже. Все, ладно, я думаю, нормально будет. Ну и что, давайте выдвигаться. Маленько повозились со всем этим, но оно того стоило, да? Блин, ну видок, конечно, с этими рогами это... Да. А как я там вообще теперь брутальный мужчина стал? Ну, по крайней мере, я надеюсь, его не будут так быстро убивать. Пока что у него основная проблема именно с тем, что... Крошат его, просто крошат. Теперь смотри, какая бандура. Так, сейчас мы... Куда нам ближе всего? Сначала мы идем вот сюда. А потом мы идем сюда. Долгая дорога. Сейчас, конечно же, как обычно, на нас нарвутся бандиты. Я думаю, а как их теперь с одного выстрела будет вырубать просто? Какая дура. Так, ребята, не отвлекаемся. Да, пошли со мной. Посмотрим, как себя Элейн зарекомендует. Пока что такая связка, по-моему, самая-самая. Рабеллу хорошо покоцали. Кто где опять? Не, ну по вейпоинтам посмотреть это капец, конечно. Блин, да? Стоять. Да. Ну что, все? Все успокоились? Еще один где-то есть, но он ушел, похоже. Не знаю, два лекаря. Да кто там опять? Два лекаря, два зачаровщика, по-моему. Да вы посмотрите. На данный момент интересная связка. Элейн, он, по крайней мере, научилась, похоже, зачаровывать мое оружие на огонь.
то, что мне чаще всего нужно. Это уже хорошо. Просто я два сорсера сейчас, вернее, два мага сейчас взял именно для того, чтобы посмотреть на смену Арабелли. Потому что Арабелла, она уже скоро отойдет на второй план. Мы с ней попрощаемся и вместо нее возьмем кого-нибудь боевого уже. Просто посмотреть, насколько лучше нее Элейн справляется. Так, ну перейти так-то недалеко в эту сторону, а он в ту придется, конечно, пошагать. Так, сейчас гарпии тут будут, да? Вроде как. Что там кто увидел? А, там эти. Да. Когда они вот так вот долго-долго дудят, вполне возможно, что они и смогут кого-то призвать. Кого призывать нежелательно. Типа циклопа там, скажем. Кстати, давно не дрались с ним. Так, опять вы. Так, включаем пушку и начинаем ПВО. Все похоже, отлично. Блин, ты живая, что ли? Приземлилась. Так, еще сейчас, скорее всего, опять на волков нарвемся. Их тут полно просто. Ох, приперлась. Нифига у тебя бандура там. Девочка. Ой, ну эти рога, конечно, это просто зачет. Так, ну что, поведай мне, что за человек этот торговец. Короче, он отправил человека, который скажет во время суда. Так, пардон. И теперь нам предстоит далековато так переть, я так понимаю. Подожди, тут еще что-то есть? Да-да-да. Похоже, там наверху, да? I'm called Castor. Sir Dario has informed me of my duties. I'm thankful to have you accompanying me to the capital. Shall we be off? Я, говорит, рад, что... Это, в общем, тот человек, который он хочет направить в столицу, который поведает об этом Форнивале. Придется его сопровождать. Ну что ж поделать. Дорога, по идее, не опасная. Если, конечно, там не будет чего-то новенького. Но с теми же гарпиями мы справимся.
Да, все спокойно. Это все гуляет своей бандурой. Вот такой не... Кого вы там увидели? Ну, по крайней мере, я не думаю, что теперь гарпии будут, потому что мы их только что убили. Желающих, судя по всему, нет. Так, вы мирный? Хорошо. Не, ну если так будет продолжаться, то даже боев никаких не будет, потому что мы только что эту дорогу зачистили, все. Давайте так, что по-быстрому. Я все экономил выносливость, потому что мало ли что сейчас. Драка какая-нибудь. Ну, какая тут нафиг драка? Здесь и быть с чего вообще? Так, ты там бы не отставал, пожалуй? Добежал, наконец. Хорошо, зайдем с этого входа. Не, вообще спокойно. Ну, слава богу. Я думал, будут какие-то проблемы. Дошел. Ой, блин. Ну ладно. Вот с такими людьми приходится работать. Так, все? Или куда тебе еще дальше вести-то? Прям в квартал благородных. Или вполне возможно даже прям в замок к герцогу. Шо? Блин, насколько прикольная музыка все-таки. Обожаю. Ты там со мной, доходяга? Будем надеяться, что да. Вижу Рабеллу. Элейн. А, вот он. Да, похоже, прям сюда увезти нужно. Ну что, пошли. Пешек почему-то, главное, не пускают. А вот левых людей, которые просто со мной. Без вопросов вообще. Марфа. Человечка прислали. Время, говорит, все еще есть. И у нас есть еще дорога к последнему маркеру на карте. Но эта дорога, я чувствую, будет достаточно долгой. И там надо будет купить, во-первых, как это называется. Ну, короче, для того, чтобы в этот город можно было вернуться, чтобы нам и туда, и обратно эту дорогу не переть. И кроме того, лечилок нужно, потому что во время боя с гриффинами... С гриффинами, с грифоном. Достаточно серьезно пострадали.
И достаточно много пришлось потратить. Но это все я сделаю за серию, наверное. А сейчас давайте прекратим. Увидимся в следующей. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.